Команда из области Абай Кыздар-Эме стала чемпионом Жайдарман 2023. Пять команд со всей территории страны соревновались за звание лучших, но именно Кыздар-Эме выдвинулись вперед, набрав максимальное количество баллов и гарантировав себе уверенную победу. Турсунбек, бәр нормально, вайндама, бәр нормально. Давай, 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 жоғары лига. Эй, финалды ойын, эй, сақтады біздер, эй, Кыздар-Эме. Команда из области Абай Кыздар-Эме стали чемпионами Жайдарман 2023. На сцене столичной филармонии жайдармановцы определили чемпиона нынешнего сезона. За титул лучшей команды боролись 18 коллективов, и только 5 из них дошли до финала. По итогам финальной игры чемпионом этого сезона стала команда нашей области. Эмоции не передать словами. Сколько лет мы ждали. С успехом завершили путь к победе, который длился 10 лет. Очень рады. Долго трудились, работали над собой. И вот сегодня мы видим результат. Отметим, коллективы состязались в трех турах, а именно приветствие, конкурс капитанов и домашние задания. Кыздар-Эме поставили мюзикл «Цыганская серенада» по мотивам пьесы поэта и драматурга Исраила Сапарбая. Музыкальная история рассказывает о романе короля казахского вальса Шамши Калдаякова и цыганки Зульды. Члены команды не скрывают, что этот номер больше пришелся им по душе. Жайдармановцы, которые играли от имени нашего города, специально приехали поддержать нас. Я работал во многих сферах благодаря Жайдарману. Думаю, надо жить Жайдарманом. Многие из них себя хорошо реализовали в медиасфере, снимают интернет-проект, снимается в кино. Если вы захотите попасть в Жайдарман, знайте, что у вас будет много преимуществ. Победа жайдармановцев – важное достижение не только для команды, но и всей области. Участие в Жайдарман в первую очередь влияет на социализацию молодежи, поделился член команды Кыздар-Эмес. Сейчас мнение общества относительно Жайдармана меняется в лучшую сторону. Здесь нет бессмысленных номеров. Каждая шутка имеет смысл. Это место для свободного выражения своей позиции в обществе. Народ это ценит, поэтому наша обязанность – оправдать ожидания зрителей. Ничто так не сближает людей, как добрая, теплая, хорошая шутка. Член жюри, вице-президент Федерации футзала Казахстана Нурсултан Курман подчеркнул, что этот год – год семьи. Они стали лучшими в футболе, а сегодня в КВН. Талшын Шакыртхан, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».